И в продолжении темы дистанционного обучения. Информация регионального Минобра с данными соцопроса среди родителей и школьников, которые сейчас занимаются удаленно. Так, около 60% поддержали возвращение к очному формату. Теперь свое мнение им необходимо подтвердить письменно. Заявления начали собирать с сегодняшнего дня. Исходя из этого, а также учитывая угрозы со стороны сопредельного государства, окончательное решение примет оперштаб. Что касается кружков и секций, то, по словам руководителя министерства Андрея Мелехина, вернуться к привычному формату работы за пределами 20-километровой зоны учреждения доп. Образования могут уже с сегодняшнего дня. Такое решение также основано на согласии самих родителей. С прошлой недели собрали уже более 15 тысяч подписей за очное посещение внеурочных занятий. Но при соблюдении всех мер безопасности в каждом конкретном коллективе одновременно не больше 15 человек, а в здании ровно столько детей и взрослых, сколько мест в укрытии. По Белгородскому спортивному центру «Сирень» власти примут отдельное решение после дополнительной оценки возможных рисков и обсуждения всех нюансов с родителями и педагогами.